Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Владимир. И сегодня мы с вами рассмотрим тему, что такое поддон картера двигателя. Основные особенности строения, типы и для чего нужен элемент силовой установки. И как всегда, более подробно этот и другой материал вы найдете на сайте bazlight.ru. Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Итак, сегодня мы с вами узнаем, что называется масляным поддоном картера двигателя автомобиля. Для чего нужен элемент силовой установки, какие задачи и функции выполняет деталь, а также где располагается узел в моторном отсеке транспортного средства. Кроме того, расскажем про то, какой эффект оказывает поддон картера на работу двигателя той или иной машины, каково строение и устройство элемента, а также какие существуют разновидности узла. Ну а в заключение поговорим о том, чем отличается масляный поддон картера двухтактного от четырехтактного двигателя, какими преимуществами и недостатками обладает деталь, может ли силовая установка автомобиля функционировать без данного узла, а также из каких материалов зачастую производят этот компонент мотора. Такой элемент автомобиля, как масляный поддон картера, является одним из ключевых компонентов в строении бензинового или дизельного двигателя транспортного средства. Поддон картера является своеобразным судном или емкостью, которая обеспечивает хранение моторного масла. Зачастую поддон картера устанавливается в нижней части блока цилиндров двигателя. Справочно заметим, что устройство любого современного мотора нельзя даже представить без масляного поддона, который выполняет главную функцию по поддержанию основного объема технической жидкости в силовой установке. Как правило, большинство таких деталей изготавливаются из железа или алюминия, в зависимости от типа силовой установки. Кроме того, поддон картера всегда оснащается специальным сливным отверстием и металлической резьбовой пробкой к нему, через которую осуществляется слив старого моторного масла. Перед тем, как переходить к детальному рассмотрению масляного поддона, стоит разобраться, что такое картер двигателя автомобиля. Картер силовой установки представляет из себя корпус двигателя, который неподвижно крепится к блоку цилиндров мотора через резиновую или силиконовую прокладку, предохраняющую ДВС от вытекания технической жидкости наружу. Зачастую внутри картера размещаются коленчатые и первичные валы силовой установки. В нижней же части узла располагается масляный поддон, который входит в состав картера, потому и называется масляным картерным поддоном. Как правило, поддон картеру крепится на болты и является разъемной деталью двигателя. Иногда, конечно, он может быть неразъемным и литым. А теперь давайте с вами более подробно рассмотрим историю происхождения, особенности и для чего же нужен поддон картера двигателя. Наше рассмотрение такой детали двигателя, как масляный поддон картера, хотелось бы начать с истории происхождения узла. Отметим, что благодарить за создание картера и его поддона нужно американского инженера Харрисона Картера, который в далеком 1889 году изобрел эту важнейшую деталь любого современного транспортного средства, а точнее его двигателя. Первоначально изобретение ученого было направлено на двухколесный велосипед. Картер создал специальный резервуар для велосипеда, в котором хранилась техническая жидкость для смазывания цепи. Задачей картера с примитивным на то время поддоном, где хранилось масло, была банальная защита конструкции от попадания внутрь влаги с грязью. Задачей же любого современного поддона картера является хранение моторного масла, которое зачастую находится под высоким давлением и температурой. Поэтому особое внимание автопроизводителей при сборке той или иной современной модели машины предъявляется именно к материалу детали, именно из чего изготавливается этот компонент. Как мы отметили ранее, корпус картера с поддоном зачастую изготавливается из металла. Это алюминий, чугун или в некоторых довольно редких случаях сталь. Однако встречаются такие автомобили, масляный поддон картера у которых сделан из специального пластика. Делается это для того, чтобы максимально облегчить вес машины. Справочно заметим, что можно встретить такие модели поддонов картера, на внутренней поверхности которых устанавливаются разные дополнительные компоненты двигателя, на примере масляного насоса.
Справочно заметим, что масляный поддон может устанавливаться не только в силовой установке, но также на коробке передач, будь то они автоматического или механического типа. Кроме того, нередко можно встретить масляный поддон у заднеприводных автомобилей или на мостах транспортных средств. Таким образом, в какой-то степени у каждого узла, который функционирует на масле, имеется свой специальный поддон. Однако масляный поддон картера двигателя достаточно сильно отличается от других похожих элементов, например, от трансмиссионного поддона. Главное отличие заключается в разных объемах, формах и материалах изготовления деталей. Как мы знаем, поддон картера мотора является самым большим по объему и нередко можно встретить данный компонент неразъемным с двигателем. В отличие от того же поддона коробки передач, который всегда идет, как правило, разъемного типа. И вот мы плавно перешли ко второму пункту нашего видеоматериала. Это разновидности, типы строения и материалы изготовления поддона картера двигателя. Все масляные поддоны картера двигателя делятся на определенные типы. Тип поддона зависит от того, в каком моторе он установлен. Таким образом, существуют масляные поддоны для двухтактных и четырехтактных силовых установок. Главное отличие масляных поддонов, установленных в тех или иных двигателях, заключается в строении самого мотора. Это означает то, что поддоны могут быть разъемными или неразъемными, то есть являются частью картера, а не резервуаром. Первый тип масляных поддонов, который является одним целым с картером, относится к двухтактным двигателям. Кроме того, поддон в этих силовых установках является их неотъемлемой частью корпуса, а также компонентом системы питания автомобиля. В двухтактных моторах внутри картера с поддоном готовится основная порция топливной смеси, которая потом направляется уже непосредственно в цилиндры силовой установки. Данная система двигателя отличается от четырехтактной тем, что в такой силовой установке моторное масло, как правило, находится в непосредственном контакте с горючим, то есть в одном резервуаре. В связи с этим нередко можно наблюдать цвет выхлопных газов намного темнее обычного. Цвет выхлопа в таких моторах зачастую бывает синеватого, особенно это характерно для мотоциклов, а то иногда и черного оттенка. Справочно заметим, что свечи зажигания в двухтактных агрегатах ходят намного меньше, чем в четырехтактных. На сегодняшний день довольно тяжело найти в продаже транспортное средство с таким типом действия двигателя из-за его низкой эффективности. Следующий тип масляных поддонов картера относится уже к четырехтактным двигателям. В строении таких моторов поддон картера несет в себе только вспомогательную функцию, то есть является только резервуаром для хранения технической жидкости и не более того. Благодаря тому, что в четырехтактных силовых установках моторное масло практически не попадает в камеры сгорания цилиндров, выхлопные газы, вырабатываемые двигателем, намного светлее по оттенку, так как чище по составу. Кроме того, моторы данного вида дополнительно оснащаются катализатором или нейтрализатором системы отработанных газов. Кроме деления поддонов картера по типу крепления, детали еще классифицируются по строению и материалу изготовления. Что касается материала, из которого изготавливаются элементы, то, как мы отмечали ранее, зачастую масляные поддоны делаются из сплавов алюминия или металла. Ну, довольно часто в последнее время, особенно на даже бюджетных автомобилях, используется нержавеющая сталь. Довольно, скажем так, в последнее время реже начал использоваться чугун, хотя буквально еще даже 10 лет назад чаще использовался именно чугун, а сталь менее. Но, к сожалению или к счастью, автопроизводители начали менять сплавы, возможно, в угоду облегчения силовой установки с целью экономии расхода топлива. Кроме металла, в современных автомобилях, особенно малолитражных, можно встретить поддоны, изготовленные из высокотемпературного пластика. Пластиковые масляные поддоны картера хороши тем, что по весу они намного легче тех же алюминиевых, примерно в 2 раза, и в 3 раза примерно легче тех же чугунных и стальных. Что же касается строения и внешнего вида поддона картера, то в подавляющем большинстве случаев их изготавливают в виде небольшого прямоугольного судна, ну, черного или металлического цвета. Многие автопроизводители дополнительно защищают поддон специальным листом из пластика или стали, который называется защитой картера или защитой двигателя.
Некоторые модели поддонов могут изготавливаться с дополнительными ребрами, которые располагаются по всей поверхности детали. Ребра необходимы для того, чтобы придать дополнительную жесткость конструкции, в том случае, если поддон несет в себе смысловую нагрузку, то есть является частью корпуса двигателя или неразъемным типом картера. Ну и подводя итог вышесказанному, отметим, что картер силовой установки и масляный поддон являются двумя отдельными деталями, которые выполняют разные функции и, как правило, соединяются друг с другом при помощи скрепляющих болтов. Картер – это основная корпусная деталь двигателя, внутри которой располагается изолированное пространство, которое образует полость в моторе, где находится коленчатый вал, а иногда вместе с распределительным валом, в зависимости от типа силовой установки. Кроме того, верхняя часть картера иногда может объединяться с блоком цилиндров и быть одним целым. Что же касается масляного поддона картера, то сама по себе его конструкция является очень простой, однако какие важные функции выполняет и какую значительную помощь оказывает двигателю автомобиля – это деталь. И на этом наш видеоматериал подошел к концу. Мы с вами прослушали, посмотрели тему, что такое поддон картера двигателя, основные особенности, строение, типы и для чего нужен элемент силовой установки. А более подробно этот и другой материал вы всегда можете найти на сайте bazlight.ru. Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, присылайте их нам на наш YouTube-канал или оставляйте на сайте. Мы обязательно их рассмотрим и ответим. Большое спасибо за внимание, берегите себя и всего вам доброго на дорогах!